Три прикольные горячие клавиши в Photoshop, подписывайся. Кликая на X, можем переключаться между цветами. Прожав Shift R, мы можем включить или выключить линейки. Прожав Shift Backspace, мы можем сделать заливку слоя. Ну а если взять лассо, ввести объект, прожать Shift F5 и в окне выбрать с учетом содержимого, то мы можем удалить объект. Еще больше полезных фишек найдешь у меня в Telegram-канале.